Всем привет, с вами Мастер Студия. И сегодня мы будем играть в Hero Tungsten 2.0. Вот у нас игра скоро начнется. И в общем, смотрите, мы здесь добавим новые персонажи, новые предметы. Я потренировался там Человеком-пауком. Видео не записалось, как всегда. Это очень жаль. Скорее всего, ладно, не будем обсуждать, потому что батарейка неплохая. Точно, ладно, мне будет. В общем, я так долго играл, поиграл. Да ладно, все, все. В общем, здесь есть Черная Пантера, Халк и Пунишер, не знаю, чего это кого-то. Это Капитан Америка, здесь еще Спайдермен. А это Железный Человек. Это... Что это? Что это у меня пропадает? Блэк Видов. Волферин. Я вообще не знаю, каких персонажей. Это Тор, да, у нас? Это Тор, да, у нас это Тор. Здесь есть Локи. И Танос есть, самый крутой. Мне так... Танос! Это Доктор Стрэндж. Это Капитан Марвел. Это у нас Дэдпул. Я буду за Дэдпула играть. Мне тут больше по себе так нравится. Хэфкей. Нормальный. Хэфкей, но без некоторых героев неизвестно. Но то, что Дэдпул и некоторые герои тоже это интересно. Стреляет, лучше выключить звук. В общем, вот. Начнем игру. Я сколько там игроков? Здесь 8 мужик. Должно уже начинаться. Как-то мы замедливаемся. Так, извиня за шумы. Так, здесь у нас есть какие-то бонусы. И, честно говоря, оружие. Танос. Это такая рука Таноса, где нужно собрать 6, то есть он заберет 6 камней бесконечности. Но это 60 ключиков, да где добыть ключики? Так, надо кому-то добыть. Так, давайте Дэдпула. Почему Дэдпула никто не выбирает? Все, я Дэдпул. Это круто. Мы сыграем за Дэдпула. Дэдпул такой крутой чувак. И давай мы сейчас Тор, тоже нормальный. Танос злой персонаж. Марвел. Здесь можно еще было выбрать. Хотя вот здесь можно выбрать. А там нельзя. Лучше там нет больше выбрать. Мне так герой не нравится. Так. Здесь у нас Танос. Я уже говорил уже все. Ты можешь узнать. Это, можно сказать, что это не Майнкрафт. Это Блокмен Го, да. Это типа такой клон Майнкрафта, можно сказать. Но это все равно не Майнкрафт. То есть для этой игры не нужен никакой Майнкрафт. Мне, например, не скачи Майнкрафт. А вот я играю в Blockman Go. Получается, просто моды. Игра. В общем, ладно, непонятно кому-то. В общем, вот мы играем за Дэдпула. И давайте мы как можно быстрее. Ладно, какая разница? Вот здесь построим еще один. Так, дропер. Так, еще заработаем. Здесь. Так, это все заново. Так, получается, пошли добывать эти... Ну, значит, пока еще здесь нет таких. Получается только... А вот там, видите, вот там набирается. Пока, потом скоро в середине будет. Нам должно показать. Берем. Эй, Человек-паук, ты не должен моего... А, Человек-паук, вообще, у него мы можем давать. Ой, ты не мой член. Так. Член команды. Я не могу сказать. Ладно. Здесь лестница, здесь декорация. Давайте декорация. Дэдпулу нужно декорации построить. Ладно. Так, берем еще. 38. У нас дропера больше нет, что ли. Эпик. Это какой-то, например, лестница, что ли, это. Или какая-то возможность. Сейчас возьмем 17. Там еще возьмем. Извините, я покидаю. Так, еще раз снова хожу. И давайте вот здесь возьмем. Это у нас оружка. Давайте возьмем оружие. Это самое лучшее. Ха-ха-ха. Что это такое? Это я создал. А, вот как атаковать. Человек-паук! Что было? Если ты будешь порвать у меня ресурсы... Эй, эй! Иди отсюда. Дэдпул снова тебя соображает с тобой. Уходи с моей территории. 43. Так, как-то вот здесь больше меня забирается почему-то. То есть здесь побольше заработать можно. Дропера больше нет. Поставить. Декорации. 10-10. Давай декорации еще раз купим. А декорации такие деревья?
Ну, красиво, наверное, получится у нас. Еще у нас какой-то. Еще какой-то у нас. Интересно, что будет. Так, 52. Давайте еще возьмем. 4. 450 долларов. Так. Дальше что мне надо взять? Вот это. Нет, у нас еще достаточно. 710. Почему так мало зарабатывать? Там еще даже не появилось. Да, не появилось еще. Может, потом появится. Вот. И что там будем забирать? Итак, мужик. Какой же мужик? Вот сюда можно. Так, я тебя заберу, мне не хватает совсем. Так. И пошли сюда. Так, здесь. Давайте лучше потратимся на... Ладно, у нас 80. Потратимся на зелье. Зелье, которое восстанавливает здоровье. Ладно, хорошо. Теперь нам осталось заработать на лестнице. Давайте можно заработать как можно больше. Ходить по всем зонам. И тогда придем снова. Вот только хочу показать то, что она... Сильно по всем зонам, где угодно. Здесь поставлено. Погуляем, так сказать. Погуляем немножечко. Вот этот человек-паук у нас строит. Я не знал, что дверь можно и так раньше было. Ладно, человек-паук хорош. Хорош. Вот уже появился. Или это просто так? Эй, что здесь стоишь? Ага, ладно, будем дружить. Так, забираем это. Мир, хорошо, мир. Так, где у нас Дэдпул? А, вот там Дэдпул. Первый и второй. Нет, это не мой. Я уже затерялся. Наверное, дальше. А, вот человек паук. Где мой? Так, я буду ходить и бродить, пока искать свой. Второй. Это не мое. Я говорю, у меня просто белое. А вот он Дэдпул, где ноль, можно сказать, ноль. Здесь мне тут сражается что-то. Еще давайте возьмем. И так, чтобы быстрее. Может больше денег зарабатывать. И уходи, уходи. Я думаю, вы не будете драться. Да вы! Надо бежать срочно отсюда. Так, где у нас здоровье? Здоровье. Фух. Я хочу применить. Можно. Спасибо. Кто таким огнем меня ударяет? Эй, ты что здесь делаешь у меня? Уходи, только мой меч. Она все. Так, еще возьмем. Вот так уже нормально. Посмотрим, как можно больше бесить. Так. Упс, уже не хватило. Вот ничего себе, как я построил уже быстро. Уже высоко. Прям моментально. Прям так. И здесь надо дверь построить. 400 долларов. Сейчас построим. Вот такое большое здание. За несколько секунд. Только там кто-то что-то делал. А, нет, там никого нет. Слава богу. Сейчас я закрою двери. Ставлю так. Немножко подвесить. Так, надо еще до туда дойти. До туда. И мы тогда сможем на дверь взять. Себе на дверь. Так, здесь. И дверь. Нам еще чуть-чуть не хватает. Он уже взял. 50, дес. Вот так уже хватит. Так, бежим. Эй, так хватит уже ко мне, лезь, Танос, ты что, видишь уже меня как-то? Да ты, хватит ты уже, ты издеваешься надо мной, я тебя убью. Эй, ты меч, ты, я тебе нельзя, я тебе нельзя, ты куда лезешь? Ладно, все равно двери закроем. Спрятался, уж, все, защита. Да, слава богу, теперь ничего не будет. Теперь же кого-то будет суперспособность прыгать быстро, как Человек-паук. Так, 24. О, ну наконец-то, так и ожидал. Вот то, что надо. Больше дроперов. О, теперь побыстрее будем зарабатывать. Так, дамы и господа, представляю вам здание Дэдпула. Так. Надо больше заработать, давайте будем еще везде гулять. Но я не надеюсь не потерять больше. Еще там возьмем. И здесь. Гуляем. Так, снова погулять. Те же места. Так, тут середина. Тоже больше заработать можно. Здесь. Так, и тут.
Так, 995, вот тут, а вот он еще, вот тут у нас появился источник новый. Так, теперь мне все быстро осталось добывать. Так, уже вот нормальная сумма. Бежу снова Дэдпул, здесь надо еще чуть-чуть сделать. Будет такой значок Дэдпула. Давайте мы это сделаем. Эндропер. Дропер. И что у нас еще? Киллинг, какой киллинг? Возьмем. Так, лестницы. Киллинг у нас получается вот так делается. Вы выполнили первую стадию. Ура! Выполнили первую. Так, у нас 1200. Так, еще заберем. Дроперы есть? На нас. На дропер. 540. Берем еще один дропер. И здесь еще можно потом брать. Потом крыша Дэдпула. Лестница надо скоро сделать, тогда включите. Так. Ладно. Так, берем здесь. Здесь нас готово. Еще хватит. Нет, еще 200 нужно. Буду сидеть Дэдпул. Он будет такой, злой. Так, 257. Хватит. О, лестница. А, я выполнил стадию. Отлично. Все. Здесь у нас еще лестница есть, вот. И здесь еще декорации. Так. Так, готово. Друперы есть. Побежал еще тупо заработать надо ему. А мне совсем не ничего. Друперы надо. Здесь. Здесь. О, здесь может столько много заработать. Здесь. Здесь. И здесь. А теперь можно убегать отсюда. Ай. И вот мы дальше идем. Идем. Так, вот мы вошли в территорию. Всем привет, я должен дропер поставить. Так, вот здесь поставим. И идем. Больше нет дропера. Да, у нас мы завершили. Дропер. Ну, хорошо. Тогда мы берем еще эти деньги. И побежали на... Здесь больше ничего у нас нет. Уже здесь мы все сделали на первом этаже. Теперь у нас осталось только на втором сделать. Да, на втором. Заходим на второй. Извиняюсь, пацаны, звуки я уже говорил. Так, вот. Смотрите, вот. Вот, дропер. Большой. Какой еще большой. Делаем лестницу лишнюю. То есть, вот эту штучку. Так, здесь мы ставим сюда. Я буду сюда катана. Это называется катана. Так. А вот тут пула реально была катана. Интересно. Побежали дальше. Так. 1998. Декорация. Или... Нет. Так, вот лестница. Лестница. Каким я могу стена? Как вы говорите. Так, а типа, если на источник. Сейчас я буду. Так, осталось декорация построить. Вот это. Давайте мы построим декорации. Чтобы открыть что-то новое. Это все равно, видите, быстро зарабатываем. Можно сказать. Декорации хватит. Да. Вот у нас больше добавок. Здесь у нас еще декорации. И вот эта штука. Мне больше вот эти нравятся. Суперспособности, можно как говорить. Здесь будет костюм у нас. И здесь следующий, наверное, я так думаю, предполагаю. Так, давайте мы еще возьмем. Можно погулять, но у нас наберется очень много. Ладно, хорошо, погуляем. Ну, кого самое главное. Так. $400. $400. И зарабатываем. Танос! Ты тоже украдешь? Я иду. Все, я побежал. А ты еще Танос не дает. Так. А ладно, у него нет руки бесконечности. Побежали дальше. Сколько мы там на время потратили? Идем. Так, 13 минут. Так, значит, побежу снова сюда. Добро пожаловать в здание Дэдпуль. Так, давайте способность. Костюм. Да, я так и предлагал. Костюм сначала будет. Вы уже владеете предметом. Это когда мне кто-то убьет, тогда я можно снова этот костюм восстановить. Лестница. Давайте мы на декорации. 3 декорации. Они такие дорогие. Ладно, возьмем. Эй, ты как вышел? А, он тоже, он уже прыгает быстро. Эй, уходи отсюда. Ты что ты делаешь? Это мои ресурсы. Иди отсюда. Как ты мог открыть? Видишь меня? А что, мне двери сломали? Вы издеваетесь, мне двери сломались. Или нет? Как он так смог пройти их сквозь дверей? Это же просто нереально. Да, наверное, игра сломалась. Ладно, или просто бежит быстро.
прыгну, как всегда, вверх. Так. Декорация. Сейчас нас осталось еще чуть-чуть. Снять, короче, видео, но... Так. 800. Так, бежим снова. И давайте мы здесь. Здесь. Так, еще одна декорация. Так, что у нас добавилось? Элемент. Давайте мы сейчас накопим на это, и наше видео закончится, да, у нас? Это будет... И будем проверять суперспособность такую нашу. И наше видео закончится. Сейчас мы побежали снова воровать. Не воровать, как сказать, зарабатывать. Как вы так быстро воруете? Не заметил, но уже быстро. Я мир. Так, дальше идем. Сюда. Ладно, какая разница, мир или не мир. Все, у нас еще добавилось, надо еще. Вот, еще можно. И сзади нашего дома заработать можно. Тут тоже красивое здание. Вот тут тоже деревья посажены. Так, это что-то у него делт. Это деревья в форме делт. Да, Дэдпул вот такие любит штучки. Так, дальше берем 300. И еще. Возьмем. Нам не хватает. Ладно, там еще у нас дома. Много. Это будет дом назвать, потому что это дом. Это, можно сказать, какой-то коммерческий бизнес. Так. А, вот он дом. Так. Нажму еще здесь. Так. Здесь 400. Упс. Я нажимаю на жителя. Так, ладно, бежим на второй этаж. Так, здесь мы добавляем Эмили. Давай, давай, мне нужна суперспособность. Крутая суперспособность. Да. Суперспособность Дэдпула. Давайте мы узнаем, что это такое. И что она добавляет, интересно? Ты. Что она добавляет, интересно? Как-то не увидел. Дэдпул сражается хорошо или... Ладно, давайте терпухли и мы валим. Давайте мы попробуем на улице. Упс. Давайте. 5 секунд осталось. Я с кубиком. Не, лучше с катаной лучше ходить. А то еще кто-то нападет. Дайте лучше не пробовать не на улице. На улице лучше есть. У него тут домиком. Так. Использую. И что? 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 Какая суперспособность у меня? Я не знаю, какая, что это такое. Потом напиши в комментариях, что эта суперспособность значит и что она делает. Я пока я так и не понял до конца. Короче, или в чат напишите. Открыть чат и написать. Так. Ну, если, конечно, на мир ее. Так. Лестница. О, еще может дроппер купить. По-моему, нам надо прощаться с вами, да? Посмотрим, если так и не вывели. Следующее видео будет у нас другое совершенно. Мы будем играть за Таноса в следующем видео. А так, всем пока и удачи. А может, еще скоро выйдет новое обновление? Новое обновление? Так что, всем пока и удачи. Я буду за Таноса играть. Да, понятно. Может, пульточку не выйдет? Не знаю. Но все пока, мы прощаемся, вот такое у нас здание Дэдпула. И всем пока.